Гортензии, флоксы, лилии и многие другие представители флоры совсем скоро расцветут на газонах парка «Дружба» в Самаре. В городе полным ходом идет подготовка к ежегодному фестивалю цветов. Жители с нетерпением ждут этого ароматного, яркого и веселого праздника. Я очень хорошо, я каждое утро здесь бываю рано. Пока все еще спят, а мы уже гуляем, пожилые в таком возрасте, как я. Вот, мы очень хорошо относимся. Мы радуемся каждому цветочку, каждый. Это вообще шикарно. У нас же второй год уже. Вот прошлый год было очень шикарно и хорошо. Это надолго остается в памяти. И сейчас ждем этого праздника просто вот с удовольствием. Ждем его. В 2015 году на площадках фестиваля будут организованы профессиональные конкурсы ландшафтного дизайна и фотоконкурс от городского управления информации и аналитики, а также красочные программы для зрителей всех возрастов. Кроме того, состоится выставка продажи цветов, комнатных растений и товаров для садоводства. Гостей ожидает костюмированное шествие и концертная программа от духового оркестра. Для возрастного возраста это мы делаем танцевальную программу. Для молодежи более такое в стиле ретро сделать. А для детей мы такие вот, есть у нас детские такие композиции из кинофильмов детских. Вот мы такую композицию, разнообразную. Проверить, как идет подготовка к самому красивому фестивалю и провести совещание на месте, прибыл первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко. Здесь же и представители районов, профильных департаментов и правоохранительные органы. Подготовка идет согласно плану. Площадка фестиваля как нельзя лучше помогает представить наработки дизайнеров в области флористики. Городские власти смогут в деле увидеть и оценить работы самарских садоводов и использовать их талант в дальнейшем в украшении других городских праздников. Мне задача главы администрации города Олег Борисовичем Фурсовым поставлена, что мы идем на увеличение цветочного оформления города, связанное с проведением чемпионата мира по футболу. Мы сейчас разрабатываем композиции, которые бы сегодня, на следующий год, в 2016 году, можно было, проезжая по городу, видеть, что город является участником чемпионата мира по футболу. Достижения предприятий и организаций горожан в этой отрасли будут демонстрироваться уже в 11-й раз. Гостей и жителей города ждут в парке «Дружба» 8 августа на фестивале цветов с 10 утра и до 6 вечера. Торжественное открытие и награждение победителей состоится в полдень. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.